Переименовать переулок Комсомольского в Тамае на имя трагически погибшего в 1995 году Виктора Демчогла предложили работники полиции. 18 лет назад майор полиции Виктор Демчогла, служивший в рядах правоохранительных органов в Камрате, был заживо сожжен. Его убийство было связано с раскрытием ряда преступлений крупной банды. Работу он знал, обстановкой владел. И, естественно, конечно, те многочисленные группировки преступные, которые были, они его боялись. Он их преследовал, разгула не давал разгуляться. Поэтому он был профессионалом высокого класса. Мне лично не пришлось работать с Виктором Георгиевичем, но люди говорят, наши работники говорят, что это был очень порядочный, очень честный человек. Редкой закалки человек, то есть глубоко порядочный. В воскресенье решением местной власти Тамая на первом доме улицы закрепили табличку с именем героя, уроженца села. Здесь же прошла панихида по погибшему от рук бандитов Виктору Демчогла. И мы решили все-таки увековечить память тем, что хотя бы дать название одному из улиц, чтобы поколение и будущее она всегда помнила и знала, что у нас в селе такой парень был. Мы знаем, что работал в милиции, знаем, что его как бы убили за раскрытие убийства. Коллектив очень к нему тянулся. Ну, также и соседям, я знаю, что он очень дружил. Мать очень уважал, сестер своих, семью обожал. Правда, очень часто в отлучке был от семьи, скажем, из-за много было дел тогда. После трагедии у Виктора осталось трое детей. На мероприятии присутствовали вдова, две дочери, которым на тот момент было от 2 до 5 лет, а также близкие родственники. Я благодарна всем, кто помог мне, всем-всем, низко кланяюсь, спасибо, что помнят, уважают и ценят его. Он этого заслужил. Я его не знаю, но судя по рассказам, я уверена, что он был очень честным, добрым человеком, и мы будем помнить его всегда таким. Выступившие заявили, что Виктор Демчогла честно выполнил свой долг, и его поступок может служить образцом для других.